Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Приехав из отпуска, в первую очередь меня потянуло в Осман. Я предлагаю вам прогуляться со мной по Осману. Мой любимый магазин. На улице слякотная. Ветрено, неприятно, а мы отправляемся с вами в весну. А тут уже цветет яблоня. Цветут нарциссы. Примулы и анютины глазки. И у порога нас встречает вот такой зайчик. Он повыше меня ростом. Как следует повыше. Вот так, весна. Весна, красота. Курочки вон там на лавочке гнездятся. Уточки по огороду ходят. Здорово. А тут какие красивые зайцы. А тут, смотрите, сразу вам гнездо в виде венка из сена. И опять зайчики. Красота. Магазин готов к Пасхе. Хотя до нее еще месяца три. Какие бархатные зайцы. Красота. Новая декорация. Такое прекрасное дерево. И вот она уже первая верба. Очень красивая. Люблю вербу. Ну тут камелия. И опять зайцы. Тут тюльпаны продают. Смотрите, какой замечательный букетик. А теперь смотрим, сколько он стоит. Видели? Обалдеть. 89,99. Да, букетик. Всем букетикам букетик.
А пойдемте мы полюбуемся на примулу. Вот если я выбираю примулу, то обязательно вот такую. Мне она больше всего нравится. Хороша. Примула. Ох, какая красавица. А вот это тоже заяц. Чем не заяц? Вот это тоже примула, только называется она флидер примула, как сирень. Примула сирень. Перевести-то не могу нормально. Сиренеобразная. А это опять примула. А тут посмотрите, какие горшки. Впечатляет. Шапку ему такую посадить хорошую. И будет смотреться. Вот иду. Это ясмин или жасмин. И опять цветульки. Красотульки. Ну и маргаритки. Маргаритки. Красотульки. Вербочка. И опять маргаритки. Нарциссы. Холодно еще для нарциссов. Но красиво. Нарциссики, нарциссики. А вот вам морозник. Искимия. Ну-ка, ты моя золотая, ты хороша. Ну вот опять морозник. Всех сортов и цветов. Очень красивый. Видите, какой красивый есть? У меня он уже есть. Поэтому мы его не покупаем. И еще морозник. Вот это вереск. Зимние сорта. И опять морозник. Анютины глазки. А это уже лето. Ну вот в огороде не растет укроп, а тут, пожалуйста, укропчик. И стоит он и суть непонятно сколько. Цена.
Вот такой элефант анфас. Красавчик. А вот эти орхидеи живые, настоящие. Видите? Вот такие корни у них. И тут живые. Синие. И вон там такой пятнистый висит. Красавчик. Видите? Вот вам сапожок. Красота. Из магазина «Осман» я вернулась не с пустыми руками. У меня появился новый питомец. Я хочу сказать, что у меня много лет на этом месте висел кактус длиною до самого пола. И я без него скучаю. Я пыталась вырастить сама, но у меня ничего не получилось, поэтому я пошла и купила вот такой кактус. Теперь нужно присмотреть для него красивый горшок или кашпо, как вы называете, подвесное, или хотя бы белый пластмассовый вот такой горшок. А чтобы заменить коричневый на белый. Ну, красавчик. Кроме этого, я купила еще кое-что. Вы знаете, здесь поселилась моя девочка. Ну, девочка переехала на другое место, а тут вот мальчик. Он у меня уже давно стоял в шкафу. И я решила, и чего он там стоит? Пусть он идет и радует глаз. Вот такой. Красавчик. Вот так. Ну, моя девочка, она переехала вот сюда на шкаф. Здесь ей будет больше света попадать, вернее, цветочку, который у нее сидит. Ну, в компанию моих детей и внуков. А когда наступит благоприятная погода, она снова уйдет на улицу. Как-то так.